На дистанциях от 1000 до 2400 метров состязались лучшие чистокровные лошади Кубани – английской, ахалтекинской и арабской пород. Спортсмены состязались за приз атамана Кубанского казачьего войска, приз Краевого законодательного собрания. В пятый раз разыграли два приза главы администрации Краснодарского края – «Краса Кубани» и «Надежда Кубани». Главный же трофей дня – кубок губернатора края – забрал жеребец из Новокубанска. Жокей получил награду из рук руководителя региона Вениамина Кондратьева. Вот эта победа, дух скачки, дух предков, который здесь на стадионе, он с нами. Я хочу пожелать уважаемым нашим казакам побед не только в скачке, но и в жизни. Ребят, вы должны понимать, что по-другому вы не можете. Вы не имеете права в этой жизни как быть только победителями. В перерывах между скачками зрители увидели выступления творческих коллективов Кубани, конной группы Краснодарского ипподрома. Приемы джигитовки продемонстрировал почетный караул Кубанского казачьего войска. Также состоялся традиционный конкурс дамских шляпок.